Команда «Доброе утро», Витебск. Рига, снова здравствуй! И сразу поехали! Ага! Аня, научись как-нибудь по-другому реагировать на фразу «поехали», а то потом «с кем поехала?», «куда поехала?», «кто эти армяне?». И вообще, сегодня день иностранных языков, поэтому, Аня, что ты приготовила? «Кур антрадас банкоматес». Хорошо, переведи. «Где банкомат?» Полезная информация. Леночка? «Палдес пиа вина мая пасе». Так, переведи. «Я очень люблю свою команду». Лена, не мило, не одошу пасе. Кур антредас банкомат. Поехали! Рига, Рига крутая, родной стал для нас. Мы шенгенскую визу не получим без вас. Сейчас стала мода на прощание целоваться в щечку. Давайте посмотрим на дружеские поцелуи двух девушек, парня и девушки. Сенечка, пока. Пока-пока. Сенют, пока. Пока-пока. Я жду трамвая. Вообразите бомж на белорусско-латвийской границе. Хочу жрать. А, ох ты ж. Ты такую страну развалили, а ты гад. А теперь давайте представим, Квазимода куражится. Эсмеральда! Да, где ты? Я на колокольне. Послушай, я придумал это для тебя. Я тебя... Ты меня... Я жду трамвая. А бывает и такое, парень второй час не может угадать, на что же обиделась его девушка. А, нет, ты обиделась на то, что я не заметил, что ты захотела покраситься. О, ну не обижайся. О, Господи. Что случилось, Игорь? Господи, пожалуйста, скажи, что она хочет? Знаешь, чего хочет женщина, того хочет Бог. В смысле? Ну, если ты сам не понимаешь, я... Да если, если вы заодно, как мы угадывать будем, боже мой! Я жду трамвая! Покупки — это всегда праздник. Итак, девушка секунду назад купила новый iPhone 5S. Зеркало в конце коридора. А, сейчас она прибежит, за симкой вернется. А что делать? Вам нужна симка. Нет, сейчас она придет за нано-симкой. Нет, подожди. Уже началось действие пятого айфона. Я не поняла, что колхозница какая? Че вы мне втюхали? Где это моя папа-симка? Нано-симка. Я вас проверяла. Я у зеркала. Я жду трамвая. Давайте представим. Опытная девушка знакомится с родителями парня.
Мама, папа, знакомьтесь, это... Екатерина. А где? Учусь в медицинском университете, связи будут. А родилась кто? В обычной социальной семье. Мама учительница, отец алкоголик. Ну, как у нас, в принципе. Готовлю вкусно, но котлетки, как вы, не умею. Считаю нецелесообразно смену тактики футбольного клуба «Зенит» со смены 4-4-2 на 4-3-3 с выдвинутым нападающим Дани. Нет, тут как-то больше на чистых мячах выходит. Но хоть Коржаков начал забивать. Обожаю ваши пьяные разговоры, они так учат жизни. Пойдемте. Пойдемте в зал смотреть фотографии голенького Сашки. Я буду смущаться и делать вид, будто ничего не видела. Дочка! So raise your glass. Большинство счастливых белорусов не прочь хоть на недельку приехать в Беларусь. Поэтому, когда мы в Риге, мы такие счастливые. Зовите нас еще! Команда КВН, доброе утро, Витебск! Лысую девочку в школе дергали тупо за кожу. Следующее. Джастин Бибер хочет приехать в Витебск. Потому что откуда у малолетки мозги? Дурная голова ногам покоя не дает. Подумала Маша и бросилась биться головой об ноги. Мозоль прямо на линии жизни позволяла грузчику с уверенностью говорить, что он сдохнет на этой работе. В Резекне лежачих полицейских заменяют настоящих коров. Свой видеоконкурс покажет команда «Доброе утро», Витебск. Дорогие друзья, мы считаем, что экскурсии, как и города, бывают разными. Поэтому вашему вниманию экспериментальное видео с эпиграфом. Thank you.
Команда КВН, доброе утро, спасибо. Спасибо команде, доброе утро.